Так, уважаемые хозяева, вот этот кусочек моего дерева я пришел заснять. Груши могли бы съесть, никто вам слова не сказал. Это то, что перевесилось на ваш участок. Урожай был слабенький. Помните, 10 ведер было? Ну, год такой. Спасибо. Дело в том, что вроде бы груши плохой год, а сварогу хоть бы что. Это я не вам говорю, это мы учебный фильм снимаем. У меня у соседей у Оржак вот хороший, прямо рясно так было, но они уже собрали. Правильно. Только, знаете, когда я сюда приехал, здесь не было груш ни у кого. Догадайтесь, почему. Потому что меня тут не было. Ну ладно, так, не отвлекайте. Как будто мы с вами не видимся. Ну да. Так, пробуем. Давай. Пробуем. Это Илья Александрович Савинич, кто еще не знает. Вот, это алтайская селекция, это три автора. Третий автор — моя любимая подруга Байкова Галина Николаевна, да, многолетний директор Шушинского ГСУ. Вот, почему получилось так, что вот эти груши наиболее морозостойкие, наиболее урожайные. Вот эта ветка одна позапрошлый год дала, или прошлый, уже путаюсь. Вот, вот одна сюда упала, 10 ведер. И я к чему говорю. Значит, она, когда большой урожай, очень даже почти невкусная. А когда вот сейчас, я хочу услышать, когда урожайчик... Она интересная, вот, такая сочная. Она сочная. Непритерная. Кислинка есть. Есть. Вот. И, так вот, я, шушинцы как-то приезжали. Я им продал с той, которую мы под ней, ну, 10 минут назад мы мимо проходили, 10 ведер, вот, и они сказали, что слаще не едали. Ну, можно догадаться. Год был хороший. Да нет, это шушенцы, откуда они груш-то? А, у них-то потому что все такое, да, посредственное. Ну, в общем, мнение такое, значит, так как она необычайно морозостойка, необычайно урожайна, вот, практически самоплодная, может без соседей плодоносит, то, и, что смеемся, вот, живете в раю и даже не знаете об этом. Знают. Вас бы это самое куда-нибудь на риск, как я. Снимайте. Ладно. Вот. Я это... тоже так думала, меня все время снимает. Так, мы снимаем учебный фильм. Это вам не этот, не подиум. Так вот. Мы собираем. И все время меня перебиваете. Все время меня перебиваете. Значит, я и снял со своей половины, собрал ведер 6-8 на семена. Вот, сразу говорю, семян может получиться качество хуже, а может лучше. Почему? Потому что по соседству с ними живут и плодоносят. Лесная красавица, нарядная Ефимова, супер сорта. Угу. Ну вот, вот и все. Вот, сказка заканчивается. Сегодня 9 октября. Это последняя груша. Ну вот так. Теперь, Елена Александровна, еще это самое, просьба. Теперь, если нужны будут на семена, также я вот у сурийской эта груша, что остались плоды, собираю, делаю свой генофонд. Угу. Вот эти теперь эти все, ну как сказать, вот пришли, все равно не наш участок. Вот все лучше остальное возьмите на, если они вас интересуют. Ну уж, если коровам вы будете отдавать. Так вот, еще раз повторяю, она не верит. Да, я заберу. Она не верит. Они яблоком, вот видите, яблоки в руках. Они коровам. А почему? Еще раз говорю. Нет, это я себе буду есть. А, сладкие. А у коровы спросили? А там, которые похожи коровам. У коровы спросили согласие? Вот. Она уже привыкла. Я говорю, это, заелись вообще. Куда? Раньше, да, машины подходили, фуры подходили, мы сдавали яблоки. А сейчас все, время, все пропали, год такой, что страшно. Ну все, ладно, так, Елена Александровна. Ну это прям я шикарные выбрала. Ну выбрала, все, пошли.
Но у меня жадность, конечно. Если жадность, это... Душит. У вас в Красноярске-то нету, Лена, это... Ну, вот такие вот у нас есть. Есть. Все, друзья, я отключаю видео, потому что нам скоро уезжать. Вот. Благодарю за внимание. Когда я уже перееду вот сюда, я, наверное, перестану удивляться. Ага. Тоже разводить будешь? Так я намереваюсь не хуже, чем у Валерия Константиновича. Какое будет хуже? У нас цели какие? Лен, у них вот это их на все. Так я что, я тут же прописалась у них. Все, девчата, некогда мне с вами лясы точить.